Впервые на территории СНГ белорусские врачи провели уникальную операцию, предотвращающую хроническое заболевание отитом. Новая методика дает шанс людям, страдающим непроходимостью слуховой трубы. Наши медики расширяют использование немецких технологий, что позволяет вылечить хроническое заболевание. А это значит и восстановить потерю слуха. В будущем специалисты планируют обучать данной методике иностранных коллег. Устье слуховой трубы расположено в основании черепа, сзади за носом. И рядом со слуховой трубой анатомически проходит очень важное образование. Это внутренняя сонная артерия, это нервы. И поэтому для того, чтобы выполнить эту методику быстро и без осложнений, надо очень хорошо знать анатомию, надо владеть всеми хирургическими приемами эндоскопической ринохирургии. Врачи провели операцию на высоком уровне. Не возникло никаких осложнений. Мы можем смело утверждать, что медики хорошо образованы, и надеемся, что данная операция и в дальнейшем будет иметь успех. К тому же мы рассматриваем на базе этой клиники создание обучающего центра для специалистов из восточноевропейского региона, так как центр хорошо оснащен и есть большой опыт работы.